На что похожа работа мэра большого города? Мне кажется, на большой спорт. Многочасовые изнурительные тренировки и только потом результат. Падения, ушибы, переломы и только потом опыт. Боль и обиды поражений и только потом победы. Ежедневная жесткая дисциплина и только потом медали и пьедесталы. Бесконечная работа над собой. А еще в тебя должны верить. Твои родные, твоя команда, ты сам. Так много важных вещей ради достижения цели. Но если цель счастье и процветание родного города, оно того стоит. Я очень ценю вашу поддержку, и вы можете рассчитывать на мою. Я хочу, чтобы в новом году мы все стали сильнее. И стали сильнее любить наш с вами город. С Новым годом, Днепр!